Такой кампус для Тюмени может стать таким новым толчком развития. Ну и вот то, о чем все говорят, но мы мало видим, о том, что нужно диверсифицировать углеродную экономику. Вот наука – это то, чем ее, наверное, лучше всего диверсифицировать, инновации. У вас несколько университетов крупных. Мы с вашими коллегами встречаемся в разных городах. Это действительно очень серьезные школы, очень много интересных наработок, ученых. И это все, конечно, может быть объединено. Для этого нужно новое пространство, и для этого нужны новые возможности, лаборатории, объединение возможностей университета. В нашем регионе кампус будет расположен в центре Тюмени. Некоторые опасаются вообще, насколько это будет удобно для жителей. Вы все-таки сторонник того, чтобы кампусы располагались именно в центре. Поясните, пожалуйста, почему? Мировая все-таки статистика показывает, что технические вузы, математика, физика, вот такие сугубо технические, они могут быть вынесены за черту, и это ни на что не влияет. Но вот гуманитарные университеты и гуманитарные направления, если их выносят за черту города, они начинают потихонечку деградировать. Это неудобно, потому что это все должно происходить в центре событий. Это гуманитарные науки, они о людях, об обществе, и это невозможно делать вот в отрыве от того, что происходит в городе.